У ученика Видновской 7-й школы Владимира Шилова грандиозные планы на будущее. Молодой человек решил идти по стопам отца и стать стоматологом. Вообще у Вовы увлекательная жизнь. Занимается боксом и дзюдо, делает успехи в химии и биологии. Мальчик уверен, появление паспорта расширит для него границы возможного. Этот документ очень сильно для меня значит и... Это знаменательный день в моей жизни. И таких вдохновленных на будущее свершения ребят в Ленинском городском округе немало. Шестеро из них на днях стали полноценными гражданами Российской Федерации. Первые паспорта ребятам вручил глава муниципалитета Алексей Спасский. Молодежи повезло жить, учиться на территории такого муниципалитета, как Ленинский, потому что те школы, которые, те образовательные учреждения дают возможность получить хорошее качественное образование, близость Москвы дает возможность продолжить это в любых практических институтах. Я очень хочу, чтобы стали успешными людьми. Как это, никто кроме вас не ответит, но будьте здоровы, будьте успешны, будьте счастливы. Мирного вам всем и нам неба над головой. Сейчас главная опора и поддержка этих юных граждан – родители, которые в этот знаменательный день рядом. Кажется, переживают больше виновников торжества и хотят, чтобы у детей все получилось. Силы черпают каждый в чем-то своем, но обязательно идти к своей цели, не уступать, перед трудностями не пасовать. Вот. Ставить цели, добиваться, стремиться к своим победам. У каждого победа своя, но главное, чтобы они были достойные. На мероприятии всем ребятам вручили памятные подарки. Среди прочего, книга с символичным названием «В будущее устремленный». Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого.